От сьогодні ми прочитали ще одну дуже незвичну теорію, що, виявляється, Путін може приховувати своїх справжніх батьків. Опа! Як тобі таке, Ілон Маск? Є американсько-російський історик Юрій Фельштинський. І в одному зі своїх інтерв'ю він розповів, що справжня мати диктатора Володимира Путіна, цей мальчик Путін, вона не росіянка, вона грузинка, вона з Грузії. Є такі дані від прес-секретаря убитого лідера Чечні Ібрагімова. Вона, ця жінка, народила від безробітного Платона Привалова з Пермської області. Останній був алкоголіком, п'яницею. Сина свого Володимира вона відправила до Уралу, коли вийшла другий раз заміж, тому що другий чоловік не хотів виховувати, скажімо так, як це називається, байстрюка, так, коли безбаченко. Не хотів виховувати байстрюка. А потім вже звідти хлопця всиновили батьки, які виховували його в Росії, у Санкт-Петербурзі, на, якщо я не помиляюся, Басков переулок 12. Про це сам Путін і усілякі дослідники його біографії офіційне в засобах масової інформації нічого не розповідають. Ми запросили Юрія Фельштинського, американського історика, доктора історичних наук. Юрій, добрий вам день. Ілі по-русски лучше? Я нічого не слышу. Юрій, здравствуйте, слышите меня сейчас? Юрій, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы меня слышите сейчас? Сейчас слышу. Прекрасно. Супер. Меня зовут Слава, на всякий случай. Очень приятно. Юрий, очень приятно. Вот это история о грузинской матери Владимира Путина. Откуда она возникла и как, какие факты, какие, я не знаю, есть аргументы, что она может быть правдивой? Потому что та биография Путина, которую я пытался ранее изучать, о том, что он родился в Санкт-Петербурге, папу зовут Володя, маму зовут Маруся, они жили в Петербурге на Басковом переулке 12, а мама вообще работала дворничкой в том же дворе. Вот это есть одна вещь. Версия. Никаких вот дырочек, которые сказали бы, что Путина могли усыновить, я не нашел. Ну, вы их не нашли по очень простой причине. Во-первых, люди, которые считаются, скажем так, официально родителями Путина, его родственники, это не люди с улицы. Во-вторых, у нас нет информации о Путине в Санкт-Петербурге и вообще где-либо до первого класса. Вот с первого класса уже все как бы известно и прослеживается. Да, он поступил в первый класс школы, и да, он дальше жил в Ленинграде. Так, связь. Как бы момент. Сейчас появилась связь? Да, есть, продолжайте, потому что очень интересно. Значит, информация о матери Путина, вернее, так, будем аккуратны, о женщине, которая утверждает, что она мать Путина, Вера Павловна Путина, появилась впервые в 2000 году, во время путинской предвыборной кампании, когда он становился президентом. Как сказали бы журналисты, Ваха Ибрагимов, довольно известный чеченский журналист, общественный деятель, который был пресс-секретарем последнего, ну, такого советского периода еще, да, президента Чечни Дудаева, который почти погиб вместе с ним, когда убивали Дудаева ракетой, воздух-земля, он был тяжело ранен, еле выжил. Дудаев, как вы знаете, был убит тогда. И вот Ваха Ибрагимов как раз вышел на каких-то журналистов, которые принесли ему вот информацию о том, что в Митехе в Грузии живет женщина Вера Павловна Путина, которая утверждает, что она и есть настоящая мать президента. Не то, что она это активно утверждала и громко на каждом углу говорила. Убила, ну, да, но мир маленький, тесный, особенно в Грузии. Слухи прошли, к ней приехали журналисты, чеченские журналисты и грузинские. Записали с ней интервью.
Это интервью попало в, было передано, попало в руки Боровика. Кто такой Боровик? Кто такой Боровик? Боровик был довольно известный, Артем Боровик, довольно известный журналист, владелец, реально, ну я не знаю, владелец ли, но главный редактор двух газет, «Верти» и «Совершенно секретно». И Боровик собирался эту информацию опубликовать, публикацию матери, опубликовать еще до президентских выборов. Для того, чтобы уточнить эту информацию, он полетел в Грузию, чтобы с Верой Павловной встретиться. Он не долетел до нее, потому что самолет с Артемом Боровиком разбился в России. И, собственно, на этом жизнь Боровика закончилась. Сама публикация увидела свет газеты «Версия» 26 апреля 2000 года. Но 26 апреля это было уже после выборов. И после выборов это как бы уже никого с практической точки зрения, конечно же, не интересовало. Я заинтересовался этой темой, я встречался с Вахой Ибрагимовым. Ваха подарил мне свою книжку, которую он к тому времени написал небольшим тиражом, изданную 2000 года, которая называлась, как же она называлась, где-то она у меня тут перед глазами лежит, сейчас я вам скажу даже, называлась она «Тайная биография президента России». И, ну и там в целом была дана распечатка вот этого вот интервью с Верой Павловной. Интервью было сделано недостаточно профессионально, будем откровенны, потому что не был, например, заснят как бы паспорт Веры Павловны и так далее. Да? Они не попросили фотографии детские Путина. А фотографий самой Веры Павловны нет? Вот посмотреть. Ой, фотографий самой Веры Павловны есть, их очень много. Есть видео, есть... ну, я как бы, наверное, просто не очень... Правильно, технически будет все это показывать сейчас. А сейчас я попрошу, мои редакторы, может быть, найдут эту фотографию Веры Павловны? Да, но это все есть, да. И более того, я попросил Ваху еще раз организовать приезд туда группы журналистов, чтобы они уже задали как бы более правильные вопросы какие-то, более такие конкретные, специфические, что было сделано. Поэтому у меня есть, например, в моем архиве есть обе записи, да, и первая встреча с Верой Павловной, и вторая встреча с Верой Павловной. А надо сказать, что, ну, ДНК никто, как вы понимаете, не проводил анализа, а это единственное, что может действительно доказать, кто является чьим сыном. Но внешнее сходство, будем откровенны, очевидное. Причем с Верой Павловной. С Верой Павловной. Да. Ой, надо показать старше... фотографию. Сейчас мои... Да. Чем старше Путин становится, тем больше он на нее похож. Надо сказать, что у Веры Павловны, видимо, неплохая генетика, потому что она до сих пор жива. Ей уже очень-очень-очень-очень много лет. А сколько? Ну, по моим подсчетам, ей уже за 90. Если Путину 69, то ей должно быть не меньше 89 лет, ну, я так полагаю. Вот совершенно верно. По моим подсчетам, за 90. Ага. И пока что, как я слышал, все у нее нормально в жизни и со здоровьем. Как бы Вера Павловна подробно рассказывала всю историю того, как, собственно, как и почему, да, вот это Вера Павловна, совершенно верно. Как и а ну чекайте, подождите секунду, вот я сейчас хочу обратиться к нашим зрителям, ко всем нашим зрителям, от придивіться, будь ласка, любі мої рідні, ви дуже уважні завжди, это я к зрителям обращаюсь, дорогие зрители, вы всегда очень внимательны, вот сейчас, глядя на эту женщину, вы бы сказали, что она похожа на Путина. Могла бы эта женщина, теоретически, глядя на ее внешность, быть матерью Путина? Вот давайте, знаете, такой, как это, диванный анализ мы здесь проведем с нашим прямом эфире. Да, хорошо. Вот сейчас начнут писать. Юрий, извините, что перебил вас. Продолжайте, пожалуйста. И смысл как бы этой истории заключался в том, что она вышла замуж за как бы грузинского мужа, да, своего нового, который очень был недоволен тем, что
присутствует этот маленький мальчик от первого брака Веры Павловны. И, в общем-то, он ее как бы вынудил отвезти мальчика к бабушке. И мальчика отвезли сначала к бабушке, а потом уже бабушка, которая была пожилая, как бы отдала его вот на воспитание родственникам, которые жили в Ленинграде, да, и которые, собственно, и стали официальными родителями Путина. Но из-за того, что вот из-за всех этих переездов, да, из-за того, что Путин был относительно, как мы знаем, мы видим, такой, ну, хрупкий мальчик, из-за того, что он не очень хорошо знал русский язык, потому что жил он в Грузии, в Метехе, его отправили в первый класс, тогда как по возрасту на самом деле его должны были отправить в третий. И поэтому была переписана метрика. И поэтому Путин, родившийся на самом деле, как я понимаю, в 50-м году, да, был записан как мальчик, родившийся в 52-м, чтобы дети в школе его не дразнили, да, потому что иначе получалось, что он какой-то непонятный великоросток, да, в первом классе. Да, недоросль, Митрофанушка. Вот, собственно, и вся эта история. А дальше, как бы, то, что было дальше, то и было дальше. Кстати говоря, если верить официальной биографии, то мать Путина родила его очень-очень поздно, по-моему, в 45 лет. Ну, конечно, бывали это такие... Это по официальной биографии. Да, по официальной биографии. Ну, конечно, бывали такие случаи, но на самом деле это все-таки тогда было нетипично, скажем так, в Советском Союзе. Это сейчас женщины рожают очень часто. Ну, в 45, да, это в 45 это, ну, действительно поздно. И затем, конечно, есть история, ну, не говоря уже о том, что смерть Боровика выглядит в этом сюжете как бы подозрительной, да, очень на самом деле подозрительна, как бы, история, скажем так, история смерти родителей Путина. Во-первых, они, получается, что они умерли в 99-м году, вот ровно тогда, когда, я не знаю, в Москве дома взрывались, когда активно шла подготовка к президентской кампании путинской, чтобы сделать его президентом. И вот именно в это время очень, как бы, удобно для всех умирают вот эти официальные родители Путина, которых, в общем-то, могли бы журналисты, наверное, начать расспрашивать, особенно в свете того, Юрий, что... Ну а как же тогда мог, как тогда мог Путин в КГБ попасть? Там же очень серьезная фильтрация была. Таких неблагонадежных, непонятных мальчиков, ну, мне кажется, так серьезно отсеивали. Нет. Во-первых, как раз таких-то и брали, потому что, как мы знаем, как говорится, сироты, да, и дети без родителей и с какими-то неблагополучными родителями, да, как раз эти дети намного надежнее, потому что у них нет лояльности родителям, а есть лояльность КГБ и системе. Ну, это как бы, мы в основном мы это знаем по шпионским историям и романам. Так что нет, тут все было как бы в порядке с его биографией, тем более, что, по-моему, его официальный отец имел какое-то отношение к, ну, каким-то там войскам, типа внутренних войск. Но интересно, повторяю другое, интересно, что родители его умерли как-то вот очень удачно, как раз во время предвыборной кампании, чтобы их нельзя было расспросить о детстве Путина. А самое интересное, что Путин не помнил и не знал, не только когда умерли родители, а не знал, не помнил, кто умер раньше, папа или мама. Но все-таки согласитесь, при любом... Ну, конечно. Ну да, там, не каждый человек, действительно, это зависит от черты характера, от памяти, от человека. Не каждый, может быть, помнит, ну, допустим, даты
день смерти своих родителей, да, когда именно. Ну, хотя обычно все-таки люди это помнят. Ну, не знаю. Уж кто умер раньше, кто умер позже, это как бы обычно люди помнят. Так вот, Путин не помнил, да, в интервью журналу «Пионер» он сказал, если не ошибаюсь, я уж тоже могу это перепутать, что сначала умерла мама, потом папа, а в интервью американскому журналисту, который делал фильм про него документальный, он сказал все наоборот, что сначала там умер папа, а потом мама, да. То есть он не помнил, когда они умерли. А главное, что когда я занимался биографией Путина, вообще смотрел на него, то дат, официальных дат смерти его родителей как бы нигде не было. Это сейчас они появились. Сейчас вы набираете там папа-мама, и вам все с точностью да, дат говорят. Такого-то числа умер папа, такого-то числа умерла мама, похоронены они там-то. Но эта информация, скажем, на уровне 2000 года, ее в интернете не было, ее не существовало. Эти даты все появились потом. Так что в биографии Путина как бы много белых пятен, либо черных. Тогда, да, Юрий, возникает логический вопрос. Это, конечно, ничего не меняет. Возникает логический вопрос, зачем тогда, ну вот у каждого своя судьба, ну вот он грузинского происхождения, и что? Зачем тогда вот эта конспирология и переписывание биографии? Ну ведь ничего нет страшного, что мальчика родила мама в Грузии, отправила, он потом был в интернате, потом его усыновили. Ну и что страшного в этом? Зачем переписывание и скрывание фактов? В этом ничего страшного, это то, что я сказал. На самом деле это ничего не меняет, но уж так было записано, да, вот он. Как бы есть мальчик, который учился с первого класса по десятый класс там-то, да, уже у него была некая биография, и переписывать ее, ну, в общем-то, не было нужды никому, ни Путину, ни его родителям, ни даже госбезопасности, где он работал. Они, безусловно, об этом все, что хотели, знали. Так что, в общем-то, повторяю, это как бы действительно, наверное, ничего не меняет. Да? Кроме того факта, что, может быть, Путин на 2 года старше, чем то 70-летие, которое будут праздновать 7 октября в России. А это значит, будем надеяться, что он на 2 года раньше умрет. Юрий, спасибо вам огромное. Спасибо. Да, Юрий Фельдштейнский, американский историк и доктор исторических наук.